конце. Вот, давай, Тарёк, держи за ногу. Это не назад. Молодец! Они забирают, а убегают. Здесь очень сложные лимиты. Это секция из бревен. Уже неоднократно проверяли мы препятствия, которые у нас находятся вдоль левого борта, если смотреть на стартовой прямой. 8 бревен, которые по-разному расположены. Каждый из них выбивает колеса спортсменов в ту или иную сторону. В общем, постоянно приходится быть на чеку, держать равновесие. В общем, одним словом, не расслабишься. Следующий, все. Это была отличная тройка. Три мушкетера. Поаплодируем им. Исаки!